Бабушка сходила у нас, наш завхоз сходила в магазин. Сейчас мы вот эти два пакета разбираем. Внучка у меня достает, а я снимаю. Она говорит, что это все на 1500 с нашими ценами. Так, сгущенка вареная. Даже на сгущенке вон написано 60 рублей банка. Шоколадка. Так. Майонез. Угу. Какая-то колбаска копченая или полукопченая. Так. Огурчик. Это, в общем, сегодня у нас 6 марта. Она сходила, купила это все на 8 марта, чтобы стол накрыть. Естественно, у нас будет... Ну, мясо-то есть, это то, что у нас не было, она сходила, купила. Так, ну это мне бутылочка пива, не реклама. Хлебушек. Я в последнее время буду показывать, как она будет ходить, приходить с магазина, и буду показывать, что она будет брать. Так, один пакет освободился, давай второй. Сонечка. Сонечка у меня... достает. Так. Это что такое? Что это? Сырки. Сырки, ясно. Так. Два вида вафель или печенье в клеточку, я люблю. Лимончики. Апельсинчики как бы без них, да? Косичка сыра для меня, ясно, понятно. Связка бананов. Это что такое? Йогурт какой-то, да. Еще. Бабушка, сколько ты заплатила? Где-то, говоришь, 1500. Два пакета сюда. Вот смотрите, сейчас показываю. Все видели? Доставала внучка у меня. Вот это вот все. Она у меня никогда в магазине деньги не смотрит, цены не смотрит, берет. И что ты говоришь, на 1500? Mm-hmm. На 1500 это примерно по нашим ценам. Все. Вот такое приспособа у нас сегодня. То бишь мы будем делать орешки со сгущенкой. Это приспособа еще со времен СССР. Ребята, цена 5 рублей. Сколько тут, я что-то шильдика не нашел, какого года. Но, видимо, она уже старенькая. Поэтому супруга у меня тут собирается делать тесто. Все готовит. А я начал снимать. В общем, если честно говоря, супруга у меня забыла. Давненько уже не делали это. Вспоминает. Поэтому как-то вместе все это будем делать. Вспоминать. Вернее, она будет делать, я буду снимать. Ну, как обычно. Берет муку, просеивает. Для этого мы будем брать вот такой сливочный маргарин. Полностью пачечка уйдет у нас. 180 грамм. Он уже мягенький. Это не реклама. Просто показываю вам, какой мы будем брать маргарин. Для теста. Согласно рецепту, как супруга сказала, берем 3 стакана 200 миллиметровых муки на пачку вот эту маргарина. Сейчас она просеивает это все, как она сказала, обогащает муку кислородом. Хотя я не понимаю, для чего это. Целый стакан, ребята, сахару.
200-граммовый. Это все в муку. Добавили маргарин и стараемся перемешать. Сейчас еще будут добавляться 2 куриных яйца. Добавляем 2 яичка куриных. У нас яички первой категории. Ну, не без этого, конечно. Так, сейчас будем мы гасить еще соду, чайную ложку соды. Как гасить, вы, наверное, знаете все. Ну, тут тоже не без этого, она маленько рассыпала. У нас, как всегда, работает на кухне телевизор, так что внимания не обращаем. Нам главное сам процесс. В общем, замешиваем тесто. Сейчас мы его сюда в тарелку положим, будем щипать. Все. Какие шарики делаешь? Это бабушка внучку учит. Там внучка будет шарики эти делать. Под форму орешков. Так, сколько штук там? Аня, посмотри. Сейчас мы пробно сделаем. Давно не делали, так я все забыла. 8? Так, это уже внучка пошла шарики делать. Раз, раз, раз. А у внучки... Коготки-то, конечно, не для шарика. Хотя у внучки-то 13 лет всего. Вот нынче молодежь, а? Как маникюр, так они умеют делать. А как помочь бабушке, так надо показывать. Чего молчишь? Говори хоть что-нибудь. Ань, видишь, смотри, вот такие вот шарики пока сделаем. Мы потом отрегулируем. Она маленькая у тебя. Ну что, попробуем первое? Как она? Непонятно, секрет. Это пока секрет, который никто не может понять. Большие. Потому что она понимает, что долю моих забот я перекладываю на нее. Иногда она у меня как помощник, секретарь и большой советник. Ну вот, первый блин комом, да, говорят? Вот это первый блинчик. Пока настроимся. Маленькие вот эти катышки. Давненько не делали. Но делаем дальше. У нас
возможность увидеть такое до и после. 100% соотношение седины и насыщенный стойкий цвет. Я так счастлива! Крем краска и салон. Для этого достойно. Вот такая сгущенка вареная. Раскрыли, там еще одна баночка открыта. И вот такая вот кучка уже приготовлена. Сейчас будем набивать, готовить орешки. О, подошло. Хорошо. Вот надо еще же эти, чтобы ровно были все рисунки. Вот видишь, какой получился красивый. Все, первый, давай. Покажи. Ты хотела схалтурить, да? Я забыла просто. Вторая половинка тоже должна быть полная. Да? Да. Бабушка не помню. Бабушка, две половинки наполнила? Да, получается. Две. Ты что, в одной такой? Вот так вот они. Вот так. В конце 70-х эта песня о мужской настойчивости звучала на всех танцплощадках. Правда, исполнять ее мог другой вокалист. В 79-м, когда Сергей Танюшин пришел на роль вокально-инструментальный ансамбль «Надежда», тут уже чем остальные бьются такие кривенькие, тем труднее подбирать. Ну, коллектив Сергей.